Организатор «Каникул со смыслом» – благотворительный фонд «Счастье». «Каникулы со смыслом» – это не только отдых и осмотр городских достопримечательностей, но и профориентационные экскурсии, в данном случае по гостиничному комплексу в Олимпийском парке, где и отдыхают дети. Сотрудники отеля рассказывают о профессиях в области сервиса, помогая в выборе будущей профессии. Отдых организован для 20 детей из детского дома небольшого поселка Уткино Вологодской области. Для ребят это настоящее путешествие – побывать в Сочи. Это первая поездка на поезде, первый полет на самолете. Это новая жизнь, это новый опыт, которого они не знают. И мы стараемся помочь им определиться с будущей профессией, помочь найти себя в этой жизни. Это уже не первые каникулы со смыслом для детей из школ-интернатов, которые организовывает фонд «Счастье» на юге страны. В ноябре в Сочи по этой же программе отдыхали воспитанники Ивантеевского детского дома.